Влад, давай, приходи, звони. Зырянов Файзул, третий сезон. Очень серьезно.
Yeah.
передать. Одному за мат, другой за кино. Зафиуллин. Светлана!
Я не заводил каждый день, я не заводил в неделю больше. Thank you.
еще им голову не даст за то, что он ракетку ударил. Опять. Жесть. Ты выиграл? Ты сейчас не выиграл. Тренер Шишканов. Из Казани. Стол номер 7. Что, на сколько последний сет ты сыграл? Thank you.
сейчас я только Данила сейчас сам заберет. Да, конечно. Woo!
Thank you.
Спасибо.
то ли третьим идет. Thank you.
А что ты сказал? Пожалуйста, он не...
девятого года ты что? Вот это вот,
Понимаешь, вообще я не все это понимаю. Шишка,
Дальше за Валерий. Мы его зовем, может, не Антон, а Кончик. А мы даже не знаем, что Кончик. Он Кончик. А что? Спит коротко. Ладно, давай, давай, Леша, давай. Алексей, само. Он старше тебя. Он такой, вчера четвертый привозил на Киеву. Да, да, там ребята само. Мы его пока не вытащили, его пока оплатили. Мы в лифте ехали с этим доставщиком, он такой, что-то там спрашивает, что он там ведет. Он относил его, Кеки Савелий. Да, я сказал, что... Я не знаю, я беру вообще ни с кем играть. Я просто не хотела. Как вы еще? Как сами? Честно? Нет, я уже не знаю.
первая моя игра. Нельзя. Спасибо, Юра! Нет! Да!
Ой. И вот, я хотела с ней Я не знаю,
всех голоса крики. Гордиться этим. Ага, ври больше. Давай, Леш, сломай.
автоматически. Скоро. Да. Ты что, поехал? Да. А ты? Он еще. Нет, тебе. Он говорил. Антон. Как вы могли сказать, если он уже второе занял? И что? И что? Вылетел. Смотри. Ты знаешь, что поиграешь на тебе? Он, короче, на тебя. Конечно, я тебя больше не знаю. Да, в тебя. В тебя? Хорош. Не рассказывай. Какой-то... Я, короче, говорю, ударь там в конце.